Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. В этом видео мы поговорим о том, для чего на КАМАЗах нужны эти обтекатели по бокам от фар. Самой распространенной в настоящее время автомобильной платформой, которая используется военными силами РФ для транспортировки личного состава, оборудования подвижных радиорелейных станций, установки вооружений и тому подобное, является КАМАЗ в различных его модификациях. За время прохождения учебных сборов армейские КАМАЗы сотни раз попадали в поле моего зрения. И каждый раз я недоумевал по поводу необычной детали внешнего вида этой машины. Речь идет о небольших закругленных металлических пластинах, расположившихся по бокам от фар и образующих небольшую щель между собственной внутренней поверхностью и поверхностью угла кабины. Для чего же нужен этот, как модно сейчас говорить, девайс, мы сегодня и поговорим. По поводу назначения данной конструкции мне встречались разные мнения. Кто-то утверждал, что это защита для кабины, мол, заденешь препятствие какое-нибудь, защита помнется, а кабина останется целой. Заменишь ее и всего-то делов. Версия звучит сомнительно, так как за габариты машины эти щитки не выступают. Кто-то говорит, что благодаря этим обтекателям отводится воздух и машина становится на 15-20% экономичнее. Здесь без комментариев. При первом же взгляде на данный элемент с близкого расстояния несложно догадаться, что он каким-то образом связан с распределением воздушных масс. Но каким? Неужели прямоугольному дизельному КАМАЗу эта крохотная в масштабах всей машины штуковина дает какой-то выигрыш в аэродинамике? Зачем вообще машине, форма которой противоречит всем законам снижения любого сопротивления, нужен этот выигрыш? Стоит сказать, что подобные обтекатели используются не только на КАМАЗах, но и на многих других грузовых автомобилях, например, МАЗ-531-605. Обтекатели выделены черного цвета между бампером и лобовым стеклом. И на многих гражданских автомобилях такие обтекатели тоже имеются. Осмелюсь предположить, что у фур типа той, которую вы видите, данный элемент действительно каким-то образом связан с уменьшением расхода топлива, так как эти машины ездят далеко, быстро и ездят много. Там даже 0,5% экономии от обтекателей может со временем вырасти в кругленькую сумму. А вот с армейскими машинами все иначе. Дело в том, что любой автомобиль во время своего движения испытывает лобовое сопротивление, силу, которая возникает вследствие столкновения и трения о набегающий поток воздуха. В первую очередь, влияние на обтекание воздушными массами кабины и кузова автомобиля оказывает их форма и габариты. На этом схематическом изображении видно, что в случае с прямоугольными кабинами над и под кабиной образуются воздушные завихрения. На практике они играют крайне негативную роль, потому что поднимают вверх всю грязь и пыль, что находится под колесами. Как итог, забитая грязью дверь, грязные стекла, зеркала, ручка открывания двери. Именно для этого и существует угловой обтекатель кабины. Это, кстати, его правильное название. Он служит для того, чтобы отводить часть набегающего спереди воздуха на бока кабины, препятствуя вихревым воздушным массам, идущим снизу, пачкать кабину грязью. Вот наглядная демонстрация работы углового обтекателя. Такую вот важную роль выполняют эти незамысловатые обтекатели. А какие интересные детали с не совсем понятным на первый взгляд предназначением знаете вы? Расскажите об этом в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.